В Рио перемен. В Рио перемен президент поменял временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области. 2. Газета «Коммерсант» номер 97 от 6 июня 2019 года, СТР. 4. Владимир Путин в среду назначил временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области бывшего заместителя полпреда президента в Северокавказском федеральном округе Игоря Бабушкина, тем же указом глава государства отправил в отставку в Риа губернатора региона Сергея Морозова, возглавившего регион в сентябре прошлого года и до сих пор считавшегося наиболее вероятным кандидатом от власти на губернаторских выборах в сентябре. Во время визита в регион 14 мая Владимир Путин подверг критике ситуацию в экономике области. При этом Федеральный центр подтвердил выделение из федерального бюджета 11,5 мРЛД рублей на строительство полусотни социальных объектов. Эксперты отмечают что у господина Бабушкина остается лишь три месяца на подготовку к губернаторским выборам. У Антона Алиханова, возглавившего Калининградскую область после отставки в Рио Евгения Зеничева в 2016 году, на это был почти год. Назначенный в сентябре прошлого года в Рио губернатора Астраханской области Сергей Морозов отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, господин Морозов покидает должность по собственному желанию. Как сообщают источники «Твердый знак», он уволился по семейным обстоятельствам и перейдет на работу в одну из спецслужб. Тем же указом глава государства назначил в РИА губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, ранее занимавшего пост заместителя полпреда президента РФ в СКФО. В РИА губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. Фото, расимущество сергей морозов перед назначением в РИА губернатора астраханской области работал заместителем главы федеральной таможенной службы а до этого помощником министра обороны рф сергея шойгу с 1994 года господин морозов проходил службу в федеральной службе охраны в сентябре 2018 года он сменил во главе астраханской области руководившего регионом в течение 15 лет александра жилкина Отставка господина Морозова произошла менее чем через месяц после визита Владимира Путина в Астраханскую область. На встрече в Ахтубинске 14 мая глава государства подверг критике состояния экономики региона, отметив, в частности, низкие темпы ввода жилья, неустойчивую динамику инвестиций в основный капитал, низкие реальные доходы населения и высокую безработицу, не хватает хороших рабочих мест. Мало возможностей для самореализации людей, молодежи и отсюда значительный отток населения. Этот показатель по области выше, если не сказать гораздо выше, чем в целом по стране, заявил господин Путин. В то же время на совещании обсудили состояние финансирования строительства 50 новых социальных объектов в области, список которых был определен в феврале. На эти цели из федерального бюджета планируется выделение 11,5 миллиарда рублей. По 41 объекту финансирование уже подтверждено. Параллельно было заключено соглашение между правительством Астраханской области, АО, объединенная судостроительная корпорация и одним из российских банков о восстановлении судостроительного завода ⁇ Красный богатырь ⁇ Кроме того, Астрахань может стать одним из пилотных регионов нацпроекта ⁇ Безопасные и качественные автомобильные дороги ⁇ после его дополнения в части финансирования ремонта мостов. До момента отставки господин Морозов рассматривался как наиболее вероятный кандидат от власти на выборы губернатора Астраханской области 8 сентября этого года, в апреле в ЦИОМ сообщил, что Заврия готовы проголосовать 62% избирателей. При этом региональные эксперты считали фаворитом предстоящего голосования депутата Государственной Думы Олега Шейна «Справедливая Россия». Сам господин Шейн пока официально об участии в выборах губернатора региона не заявлял. В среду он отказался прокомментировать твердый знак отставку господина Морозова. В правительстве Астраханской области отставку господина Морозова также не комментируют, но пресс-служба губернатора сообщила, что 5 июня он встречался с жителями области в рамках учрежденного им же общерегионального дня приема граждан. Как время губернаторов готовится к избирательной кампании? Политолог Андрей Сиренко заявил твердый знак, что Сергей Морозов не справился с работой, и оставка спасла его от поражения на выборах. Он не смог выстроить отношения с местными элитами, не стал своим для астраханских избирателей. При таком раскладе человек из ближайшего окружения Владимира Путина проиграл бы выборы. Наиболее вероятным победителем в таком случае стал бы, по мнению политолога, господин Шейн, при условии, что тот сможет пройти муниципальный фильтр. Кандидатуру Игоря Бабушкина господин Сиренко считает технической. Его биография напоминает биографию Сергея Морозова, но примеров успешных менеджеров из этой сферы мало. Политолог сомневается, что такая замена принесет Кремлю победу на выборах. Политолог Владимир Слатинов предполагает, что выборы главы региона пройдут в жестком формате, будет зачистка конкурентов, потому что времени на раскрутку нового врия мало. Получается, что новый человек будет в административном режиме навязан региону, и Кремль берет на себя все риски и ответственность. Господин Слатинов сомневается, что Олег Шейн сможет принять участие в кампании, но если ему дадут зарегистрироваться и пройти муниципальный фильтр, значит, Кремль готов к тому, что он возглавит область, и, возможно, это проговаривалось. Вряд ли будут ставиться эксперименты с допуском на выборы сильных политиков, Предполагает политолог Константин Калачев, парламентские партии выдвинут кандидатов, но это будут люди, которые будут агитировать за ВРИА. Астраханская область станет одним из приоритетов для Кремля на этих выборах, и туда будут брошены все силы. Несмотря на то, что это произошло за три месяца до выборов, любой человек, которого назначают ВРИА, получает автоматическую известность, а дальше все зависят от того, готовы ли местные элиты консолидироваться вокруг него, или захотят ставить палки в колеса. Сомневаюсь, что они выберут последнее. Политтехнолог Григорий Казанков полагает, что Сергей Морозов был неплохим руководителем и имел перспективы стать хорошим и очень хорошим. Естественно, он из другой сферы, но он быстро погружался. Господин Казанков напоминает что почти 30 лет областью в широком смысле руководила одна и та же группа людей, связанных карьерно, родственно или по месту работы, а Сергей Морозов был очень открытым человеком, и народ это почувствовал. 19 марта СМИ сообщили, что глава Мурманской области Марина Кофтун написала заявление об отставке. 21 марта госпожа Кофтун подтвердила информацию о своем уходе фото «Коммерсант» Глеб Щелкунов. Временно исполняющим главы Мурманской области стал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чебесфота, коммерсант Дмитрий Лебедев. 19 марта Владимир Путин удовлетворил прошение губернатора Челябинской области Бориса Дубровского об отставке по собственному желанию фото, коммерсант Имин Джафеаров. В Рио главы Челябинской области назначен первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текстлер Фото, коммерсант, Глеб Щелкунов 20 марта глава Республики Алтай Александр Бертников обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением о добровольной отставке в связи с окончанием срока полномочий и переходом на другую работу Фото, коммерсант, Александр Тырышкин. Должность временно исполняющего главы республики занял член Совета директоров ГЛОНАСС, замруководителя секретариата вице-премьера РФ Максима Акимова Олег Харахардин. Фото, коммерсант, Валерий Левитин. 20 марта глава Калмыкии Алексей Орлов подал в отставку по собственному желанию фото, коммерсант, Петр Касин. Временно исполняющим обязанности главы Калмыкии назначен чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков который до последнего времени работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Фото, коммерсант, Глеб Щелкунов. 21 марта заявление об отставке подал губернатор Оренбургской области Юрий Берг, занимающий эту должность с 2010 года. Фото, коммерсант, Глеб Щелкунов временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области назначен председатель правления Пауте плюс Денис Паслер фото, коммерсант, Владислав Ланшиков. 19 марта СМИ сообщили, что глава Мурманской области Марина Кофтун написала заявление об отставке. 21 марта госпожа Кофтун подтвердила информацию о своем уходе. Фото, коммерсант. Временно исполняющим главы Мурманской области стал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Фото, коммерсант. 19 марта Владимир Путин удовлетворил прошение губернатора Челябинской области Бориса Дубровского об отставке по собственному желанию. Фото, коммерсант. В Рио главы Челябинской области назначен первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Тикслер. Фото, коммерсант. 20 марта глава Республики Алтай Александр Бертников обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением о добровольной отставке в связи с окончанием срока полномочий и переходом на другую работу. Фото, коммерсант. Должность временного исполняющего главы республики занял член Совета директоров ГЛОНАСС, замруководителя секретариата вице-премьера РФ Максима Акимова Олег Харахардин. Фото, коммерсант. 20 марта глава Калмыкии Алексей Орлов подал в отставку по собственному желанию. Фото, коммерсант. Временно исполняющим обязанности главы Калмыкии назначен чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, который до последнего времени работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Фото, коммерсант. 21 марта заявление об отставке подал губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Занимающий эту должность с 2010 года. Фото коммерсант. Временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области назначен председатель правления ПАО Плюс Денис Паслер. Фото коммерсант, Смотреть минус.